Реализация нового майского указа президента. Сегодня прошло первое совещание. Глава правительства провел его с исполняющими обязанности вице-премьеров и министров. Документ, подписанный Владимиром Путиным через несколько часов после инаугурации, охватывает целый ряд приоритетных направлений, и по каждому необходимо достичь конкретных показателей. Дмитрий Медведев назвал задачи нового правительства беспрецедентными по сложности и масштабу. И отметил, они потребуют взвешенных решений и большой законотворческой работы. Главное, что вытекает из указа, это дальнейшее повышение уровня жизни граждан нашей страны, рост продолжительности жизни, в том числе жизни активной, а стало быть, это хорошая медицина, комфортная среда, чистая экология и, безусловно, стабильные доходы. Для реализации указа деньги, естественно, должны быть найдены. Мы будем расходовать их на наиболее значимые программы с максимальным результатом. Определенные коррективы нужно будет внести в бюджетный процесс, причем в достаточно сжатые сроки. Предстоит разработать или скорректировать национальные проекты по 12 приоритетным направлениям.